Приветствую, друзья! По просьбе подписчиков, сегодня я снова пришел на улицу Малая Куприна. И моей целью будет показать вам объекты с номерами 3, 5, 7 и 15. Итак, друзья, дома по улице Малая Куприна с номерами 3 и 5 были снесены. Позже здесь будут возводить новостройки. Поэтому мы с вами сразу пройдем к домам с номерами 7 и 15. Пару месяцев назад я вам уже показывал эту улицу. Дороги и тротуары здесь уже привели в порядок. С левой стороны через дорогу находится жилой комплекс Невский. Мы подходим к дому номер 7. Вот так этот дом выглядит сейчас. Внутри все еще ведутся восстановительные работы. На паспорте объекта указана дата окончания восстановительных работ. 4-й квартал 2023 года. Вот так дом выглядит со двора. Добрый день. Здравствуйте. Не подскажете, в доме ведутся восстановительные работы? Да. Каждый день? Да. Все в порядке? Не все в порядке, но ведутся. Да. А что не в порядке? Они устраняют. Не устраняют? Устраняют. А, устраняют. Понял. Да. Это ребята хорошо. Ребята молодцы. Что именно уже поменяли? Какие работы провелись? Окна. Окна, отопление. Вот у меня на 10-м этаже обещают поменять балконные блоки. Они открытые, настежь. Мальчишки пришли, закрыли, пообещали мастера прислать. Угу. И жду. Ясно. Вот так. А что еще? В коридоре? Побелен, покрашен. Молодцы. Побелили, покрасили, да? Да, да. Проводку меняют? Обещают. Видите, двери поставили, домофон поставили. Угу. И кровлю уже перестелили, да? Заливали. Ясно, хорошо. Ребята стараются. Я здесь ничего не могу плохого сказать о них. Попросишь, они стараются помочь всех-то. Очень доброжелательные, хорошие ребята. Это хорошо. Приятно, когда так. Конечно. И, вы знаете, приятно встречать адекватных людей, как вы. Вот с такой реакцией. Даже если есть и проблема, то вы терпеливы, ждете, и проблемы решаются все же. Проблемы правильно? Решаются. Люди, конечно, очень тяжело пережили это все. Да. А да. Сейчас, слава Богу, возрождается город, люди хорошие. У нас очень хорошие люди. И приезжают. Это приятно хорошие. Слышать. Приятно слышать. Да, это хорошо. Всего доброго. Всего доброго и вам. До свидания. Приходите, до свидания. Итак, друзья, при входе в подъезд поменяли двери. Стены в подъезде окрашены. Свет включается автоматически, да? Еще не включается. Включается, да, по идее? Но не включается. Ага. Но тут датчик залеплен, наверное, из-за этого не срабатывает. Свет включается. Очень. Да. Угу. Да, свет включается автоматически. Здесь новые двери.
лестничный марш привели в порядок. Фасад дома будут еще делать, да? Да, фасады домов будут восстанавливаться. Они в проекте у всех компаний. То есть, ну, компании ограниченное количество допущено. И лицензии к высотным работам. Полет получился, да? Поэтому не все подрядчики получили фасады. А кто сейчас, какой подрядчик восстанавливает дом? Вот, допустим, Куприна 7 восстанавливает Яр. Это субподряд. Это какой город? Воронеж. Воронеж. А фасад будут делать? Москва. Москва. Московская компания. Ясно. Хорошо, то есть вы завершите свои работы, и потом другой подрядчик продолжит ее, да? Да. Уже ориентируется, что они с весны приступят к работам, восстановлению фасада. То есть к тому моменту мы закончим конструктив и полностью передадим отопление. У нас уже готовый тепловой контур замкнут. Ясно. Вот. Энергетика полностью установлена. Хорошо. А дом номер 15, это тоже ваш, да? Да, тоже субподряд нашей организации. Также справа от вас там пятиэтажка, 13-й Куприна, тоже наш дом. За этими деревьями, да? Да, и за ним еще 11-й дом, точно так же наш. Какой дом? 11-й, Куприна 11. В 15-м доме было обрушение конструктивной части, то есть лестничные пролеты с 4 по 9 этаж были обрушены полностью. Вот, а их восстанавливают, не разбирая фасад, то есть изнутри все вынимая. И точно так же сейчас производится восстановление. В ближайший месяц нам субподрядчики наши обещали окончание восстановления конструктива. И там уже начнутся восстановительные работы по третьему подъезду. То есть, если вы сейчас пройдете к фасаду, то можно будет увидеть различия. То есть, тепловой контур на третьем подъезде не закрыт. Он будет закрыт после того, как у нас будут восстановлены лестничные марши. Ясно. Ввиду того, что рабочие просто подняться туда не могут, без спецсредств, да и как бы сам конструктив необходимо восстановить. Поэтому там работы сейчас завершают по конструктиву. Вот, наглядно можно посмотреть вот с тыла дома, там видно, как были прилеты по дому, то есть там значительные разрушения были, перегородки балконные были разрушены. То есть этот дом вообще решался на снос. То есть его восстановление стоит дороже, чем построить новый. Это понятно. Пошли на желание жильцов восстановить их дом, так как процентов 30 фонда оставалось фактически. Ну, в этом доме очень много выгоревших квартир прямо. Можете обратить внимание, на 7-м этаже вы убрали плиту и через нее доставали лестничный пролет в третьем подъезде. То есть третий это вот? Да. Вот там. А, вижу. Угу. Там опалубку выставляли, да, и уже залили? Частично цемент. Восстановили. Я туда сам не хожу. Понял, понял. Потому что, ну, моя стезя энергетика. Вот, после того, как нам отдадут третий подъезд, мы туда пройдем и приступим к восстановлению энергетики всего дома. Ясно. Интересно, хорошая информация. Если вы обратите внимание, то есть вот первые, вторые подъезды уже окна все поменены, двери мы поменяли, отопление поменяли, водоснабжение, канализацию поменяли. Единственное, что у нас третий подъезд не восстановлен, мы ждем субподрядчики, пока они закончат. Потому что, не разбирая фасад дома, чтобы пол дома не разбирать, усложнилась работа. Понятно. Здесь на 7-м доме у нас вот восстанавливают. Тоже на третьем подъезде было полное обрушение межэтажных перекрытий между 10-м и 9-м этажом. Там квартира полностью упала вниз. А, вижу отсюда. Да. Полностью все разобрали. 10-й этаж, между 9-м и 10-м этажом уже залили плиты перекрытия и возводят стены. Внутри сейчас монолит будет заливаться и уже, соответственно, кровля будет завершаться. Кровля на данный момент на доме выполнена наполовину. То есть на ту, которую возможно было сделать. Сейчас здесь заканчивается восстановление конструктива, и точно так же кровля будет закончена. Ясно. Как только конструктивная часть будет подтверждена, исследование лабораторное, что мы можем приступать окончательно завершать дом, то есть, соответственно, тут же народ приедет, он уже подготовлен, приедут и приступят к полноценному завершению. Ясно. Единственное, что нас сейчас держит конструктивная часть, то есть если будет заметно обрушение какое-то или сдвиги по конструктиву, то, соответственно, дом восстанавливать в данной части не имеет смысла, не рентабельно.
То есть вот 27-й дом, вот он. Вот он, 17-й дом, это тот. Да. 15-й дом, это вот. И вот здесь ничего нет. То есть там ничего не было? То есть ничего не было. Там был пустырь, значит. Да. Новое пятиэтажное здание выстраивается. Давай, это же пятиэтажка, да, и все, по-моему, больше не будет. Нет, не будет. Ну, у него уже вон пятиэтаж выполнен. Да, да, можно вижу. Видеть. Итак, друзья, вы сами все видели и слышали. Мариуполь возрождается. Всем мира и добра. Пока.